Санитарное состояние поселка Усть-Тьма ежегодно весной оставляет желать лучшего. Талые воды, болотистая местность – все это не придает поселку привлекательности. Свою лепту вносят септики и мусорные завалы. Местные жители устали от таких пейзажей. По заявлениям жителей, которые жалуются на плохую откачку септиков и вывоз мусора, состоялась прокурорская проверка, которая выявила все недостатки, и главе поселка выписано предписание. Проведен комиссионный выезд прокуратуры района, в ходе которой установлены факты несвоевременной откачки септиков, вывоза твердых бытовых отходов. В настоящее время проверка не окончена. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования в установленном законом порядке. Непростая ситуация произошла из-за отсутствия субсидий. МУП ЖКХ Усть-Мая, который обслуживает поселок, сегодня испытывает тяжелое финансовое положение. В настоящее время МУП ЖКХ недополучает субсидии из госбюджета Республики Саха-Якутия с декабря месяца. То есть, соответственно, финансовых средств не вполне хватает для того, чтобы в полной мере осуществлять, в полном объеме вывозить. Да? Администрация поселка Усть-Мая сейчас в настоящее время приняты меры по ликвидации данной ситуации. Заключены договора с индивидуальными предпринимателями, а также с частными лицами, которые обладают данной, необходимой техникой специальной, да, коммунальной, и будут вывозиться. То есть ситуация сейчас у нас находится под контролем. Сегодня спецтехника вышла на откачку септика в полном составе. Будем надеяться, что ситуация исправится в ближайшем будущем. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский район.